Шикарные костюмы, опасные номера, без страховки и множество животных. В Киров приехало легендарное цирковое шоу династии Филатовых. Московский цирк «Оливрувер» – это классические номера в современной обработке. Главная изюминка программы – интерактивы со зрителями и опасные трюки. Номера воздушных гимнастов по-настоящему захватывают дух. Имея один страховочный трос на двоих, пара актеров выполняет множество переворотов на большой высоте. Видеоэффекты на большом экране – редкость для цифровых программ. Для цирковых программ, впрочем, как и кошки, которые, по словам циркачей, сложнее других животных, поддаются дрессуре. Динамику шоу Филатовых придает выступление акробатов. После эффектного выхода с помощью сальто артисты перевоплощаются в балет. За юмористическую часть отвечает клоун, которого дети находят смешным. Клоунадой занимаюсь, наверное, уже около 7 лет. Особенность клоунады в «Оливрувере», в представлении «Оливрувера», это то, что мы задействуем зал. Мы всегда работаем с залом. И чтобы народ не скучал, не сидел, и чтобы он все время взаимодействовал с нами, а мы взаимодействовали с ним. В цирке «Оливрувер» выступают около 60 животных и птиц. Среди них медведи-эквилибристы, персидские леопарды, обезьяны, кони, попугаи и гигантские питоны. Все они выполняют на манеже необычные для себя номера. Представление московского цирка длится 2,5 часа.